Всех приветствую, друзья. Это канал Рыбалка Лайф, 47-й регион. Значит, очередная рыбалка на реке Волхов, ниже Волховской ГЭС. Сегодня я с напарником, зовут Александр. У меня есть несколько видео с ним уже. Ловили с ним не раз. Просто здесь место, как бы маленький пляжик, и место на двоих не рассчитано. Поэтому он установился чуть повыше. У него почти такой же пляжик маленький. Приехали мы ночью, где-то полпятого. Пока сюда дошли, пока закормились. Вот сейчас уже рассвело, 7:20, должно клевать, но особо-то не клюет. Вот я поймал одну густерину и все. Хотя точки я успел закормиться нормально. У Сани также пока. Место себе представляет, значит, глубины 10, 11, 12 метров на самом дальнем забросе. А так вообще, вот я ловлю на 9, на 7, вот, кстати, поклевка вот на эту удочку. Вот. Ну, на лещевую это не похоже. Ну, сейчас посмотрим, что это. Это, кстати, у меня, ну тут непонятно, но похоже, что это густера крупная. Потому что лещ сопротивляется по-другому. Вот, кстати, а нет, это лещ, друзья. Первый Леша. А я его так бесцеремонно тащил, да еще на поводок 0,14. И очень хороший, даже неплохой, я бы сказал. Принимайте товар. А, ну давай, я буду складывать. А зачем? Воды не надо набирать. Саня, не надо? Не надо? Не надо, конечно. Он подохнет? Не, он подохнет. А зачем тебе он? Ты же будешь забирать его? А, ну да. Ну и все. Мы будем отдавать, ну, хорошим людям сегодня. Ну вот Александр, я не знаю, видно на камеру, не видно? Наверное, видно. Доброе утро. Вот с ним уже несколько видео рабочили, и в прошлом году рыбачили, и в этом году рыбачили. Приехали, сегодня запозднились, да? Надо было раньше приезжать. Вот. Ну пока вот один лещ. И, кстати, средняя дистанция, глубина где-то 7,5. Вот это 9. Угу. А вот это на 6 стоит. Ну вот у меня 28 метров не берет. Я же тебе говорю, предлагаю, давай холотом проверим. Да ладно. Ну, прикормлю. Не-не. Пока ничего не перекидывай, потому что еще рано. Это будет видно уже. Угу. Ну хотя бы одно оставь на той дистанции, на дальней. Ну, я сейчас покормлю. Вот. Ну ладно. Сейчас. Какая-то мелочь, что ли, непонятно.
густера. А я пришел спросить, у тебя было? Ну вот, это ближняя дистанция, вообще должно клевать уже, но не ловится. Сидит. Сопротивляется как-то непонятно. Лещ. Это лещ, друзья. Ближняя дистанция. Такая-то ничего не значит. Значит, немного я недорассказал. Приехали мы ночью, я говорил. Значит, дистанция. Одно удилище стоит на 9 метров. Одно на 8, одно на 7 примерно. Вот так вот. Ну, а дистанция заброса не больше 30 метров. Это самая дальняя. Прикормка у нас пшено, сваренное заранее. И добавленное в покупную прикормку. Всего у меня было 3 килограмма покупной. Туда добавил пшена, размешал. Вот получилась такая смесь. Время к 8, отчеты как-то не клюют. В прошлый раз я сидел чуть повыше, у меня начало ловиться в 7 часов. Сейчас где-то первая поклевка произошла 7:30. Ну, посмотрим. Где поклевочка? Посмотрим. Не, это густера. Хотя и крупная. Вот такая крупная густера. Но не самая крупная, которую я ловил. Друзья, еще поклевочка. Еще поклевочка. Тут может быть лещ уже. Это может быть лещ. Че, все что ли? Не, вроде там. Какая-то рыба. Китайские катушки. Какая-то рыба есть. Какая? Пока не понимаю. О, оторвалась. Сапа пошла. Заглотила по самой гланды. Сейчас попробуем вытащить. Вот так вот. Пока ветра нет, чайку поставлю себе. Палатку я сегодня не брал, в машине оставил. Ну, потому что приехали мы, считай, утром. В общем, пока 2 леща только. А так сапа, густера, но тоже немного. Я не сказал бы, что бешеный клев. Клева-то и нет. Но подождем, может быть,
Солнце сейчас встанет, разогреет, может быть, рыба приободрится. Посмотрим. Блин, да не дает поесть мне рыба, блин. Поставил уже везде опарыши на двух удилищах. Упустил леща. Поймал сапину. Поклевка. Да ё-моё, блин. Не дает поесть мне. Опарыш специально поставил. Все равно клюет. Вон. Леща уже упустил, пока вот готовил еду себе. Один крючок оторвал. Ну, это я вам говорил. Ну, не леща, не похоже, это похоже сапина. А, сейчас вытащу. Вытащу сейчас. Ой, на второй клюет. Да ё-моё. На двух удочках. Ну, на той, на этой тоже клевал. Попробуем сейчас вытащить эту. Тут сидит чего-то. Хороший, по-моему, лещ-то. Сопротивляется очень даже неплохо. Да, это лещ, хороший лещ. На чистого опарыша клюнул. Ну, это... Ну, это взвешивать надо. Двушка точно. Сейчас взвесим. Блин, вторая удочка клюет. Я тебе про что говорю? Так подожди, там надо вытащить его. Это... Ну, крючок из пасти. Ну, это похоже сапа. А я поймал этого ельца. Первый раз здесь ельца слышу. Это сапа. Или густера, блин. Густера крупные. Так. Как думаешь, сколько он? Килограмма два, да? Два точно. 2 килограмма 140 грамм. Ну я же сказал, что двушка. Зачет. Зачет. Отпускаем. Друзья, еще один. Ну, какой-то резвый. Такой борзый вообще. Чуть не оборвал мне поводок. Так-то не очень большой. Перешел и на чистого опарыша. Что-то ему сегодня опарыш по душе. Друзья, на дальнюю попался. Хочет траву вести он. Ух ты,
и ушел. Время 12:20, но у нас все печально. После 11 часов вообще обрезал. Вот упустил рыбину, очень хорошую, я не знаю, что это было. Но 2-килограммового леща, то, что я поймал, я тащил намного легче. Там было что-то такое тяжелое. Я уже все думал, что сейчас вытащу. И вот она в камыши рванула из последних сил. Я оборвал поводок. У меня не фрикцион был, фрикцион был затянут. Ну, как всегда. Я, в принципе, не рассчитывал на такую рыбину, поэтому поставил на эту удочку фидергаму. Толку. Ничего теперь не клюет все равно. Ну, вот по чайной ложке в час сапа, густера, больше сапа. Если в прошлый раз я ловил засили густеры, чуть-чуть вверх там по течению, то здесь вот сапа. Сапа крупная, ну разная, в основном крупная. Уже переставил эти удилища на дальнюю дистанцию, как вот это. Потому что самое ближнее вообще перестало работать. Это еще работало, но это всего на 1,5 метра ближе, чем вот это удилище. Я его поставил теперь так же оно, как и то. Потому что там периодически что-то поклевывает. Эти два молчат. Вот переставил, сразу поймал сапу. Ну и все пока. Без продолжения. Выкинул уже 3 килограмма прикормки вместе с кашей. Размешал еще килограмм. Но результата это не приносит. Все сидят, скучают. Сегодня у меня болит затылок. Это говорит о том, что сейчас сегодня повышенное это давление. И я так думаю, что он ловиться будет как раз к выходным, когда будет перелом погоды, и давление пойдет вниз. Но меня уже здесь не будет. Выходные я не могу. Ну, пока ловим. Сходил за прикормкой на машину. Ну, чтобы потом, если будет клевать, уже будет обидно. Надо, прикормка закончится, надо будет идти. Мало ли закончится. В общем, все по-прежнему. Саня какого-то монстра вроде как упустил, как он говорит. Сейчас приду, в общем. Замешивать на нее не буду, наверное. Потом замешаю. Весь берег занят рыбаками, но места все равно есть сегодня. Кто-то уже ушел. Вот каждую рыбалку я сейчас ловлю вот снова фонарем. Называется он Армитек Визард S2. Очень хороший свет. Батарея. Емкая батарея. Магнитная зарядка. IP68. Влагозащита. Несколько режимов. Турборежим. В общем, на каждой рыбалке я его использую. Сегодня просто не было повода его про него рассказывать, снимать, потому что приехали мы уже с утра. На рыбалку его хватает. Заряжать можно от повербанка. В общем, ссылка будет внизу в описании на сайт Армитека.
по промокоду 47 регион. Скидка будет 15%. Только набирайте 47 регион без пробела. Там много фонарей разных. Выбирайте, что вам понравится. Это, кстати, не самый мощный в линейке. Но вещь действительно стоящая. Работает под водой, противоударный. В общем, все дела. Пятого вообще ноль. Я просто не понимаю, что происходит. Я уже перепробовал все дистанции, как будто там вообще рыбы нет в реке. Иногда на ближний что-то теребит и все. Сейчас посмотрим, что там у Саши. Ну чё, как? Да никак, сапа. Сапак ли это? Мелкая. Пару лещей было. И больше. Ты сейчас на что ловишь? Здесь червь опарыш, а здесь чисто червь. А, ты на червя, ты на опарыш прекратил на опарыш? Угу. А почему? Не клюет вообще. А на червя клюет, что ли? Да. Ну вот это мелочь. Видимо, я крючок в рот не влазит. Да ты чё, там у сапы крюк твой, это лещовый, спокойно туда заходит. Ты же его сколько надергал этой сапы, забыл, что ли? Ну, видимо, совсем мелочь. Вроде на ближний попался. Уж не хочется его потерять, потому что, ну, рыба просто на весь золото. Я уже тут изгаляюсь как могу. Да, это он. Это он. Это он. Теперь его надо вытащить. Четкий килограмм. Ближняя дистанция получается это 7 метров. А на 9, на 8 удочки стоят. И вообще поклевки даже не видно. И не слышно. Ну ладно, хоть так. Темнеет потихонечку. Решили мы рыбу показать, а то потом темно будет, ничего не видно. Тут у Александра мой лещ, специально мы его в садок положили, чтобы он живой был. Мы его сейчас отпустим, а остальное заберем. Лещ на 2 килограмма, 200 грамм, по-моему. Да. Что, давай туда ее? По-моему, 240, по-моему. Не, по-моему, 2200, по-моему. 240. Надо смотреть по видео, не помню. Ну, дальше. Пойдем его выпустим. А, вот он. Пока он живой. Ну что, бери его. А ты смотри, ты тоже смотри, какого поймал. Ну, кило 600. Вот смотрите, это кило 600, а это двушка. Да. Вешали. Ну, а это где-то килошка, чуть поменьше, может, да? Да, поменьше кило. Все, пойдем. Таких лещей нужно беречь. Это уж прям... Куда пошел ты? Вот...
Давай. Плыви. Плыви. Давай. Давай, давай, давай. Надо было его это подержать. Костик махнул. Думал, что его в садок отправили. Ну да. Так, ну что, давай, подожди, выложим. Сейчас на сколько лещей там. Ну ловили, блядь. Так, раз, два, три, четыре, пять. И тот шестой выпустили. Итак, 5, 6, 7, 8 сегодня. 8 лещей. Угу. Это тоже неплохо. Да? Ну, это сапа. Сапа довольно крупная, густера тут. Всякая. Она не будет останавливаться. Как у меня она? Рука трусится. 12500. Ну, 11500. Ну, вот, друзья, 12500. Значит, получается килограмм сумка, ну, 11500. А с тем лещом, он 2 килограмма, точно мы его взвешивали. 11 плюс 2, 13 килограмм мы сегодня поймали. Ну, еще попробуем поваляем. Да, еще сейчас мы не заканчиваем. Я думаю, что до темноты мы половим. Все равно спешить нам некуда, погода хорошая. Вот. Может быть, еще хотя бы пару лещичек поймаем. Да. Поклевку. Услышал поклевку? Не знаю, уже, наверное, опоздал. Средняя, по-моему, удочка. Вот она. Сидит, по-моему, тут что-то. Так, да. Сидит, ребят. Сидит. Леску зацепил, зараза. Небольшой, такой резвый, а? Ну вот еще один. В нашу копилочку. Еще один в нашу копилочку. Еще одна поклевка. Ну какая-то непонятная. Вот она. Вот. Сидит он там или нет? Ну-ка. Блин, я уж думал лечь еще один. Густерка мелкая. Было у Александра, а тут опять у меня клюет, по-моему. Колокольчик звенел. Надо было не ходить никуда. Че, все что ли? А не, вот он. Вот сидит она, по-моему. Да. Что это? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что это такое. Да. Густерка. Сани на засолку. Сейчас у Александра поклевочка была. Ну что-то. Без продолжения. Надо подождать, короче. Все. Собираюсь я домой. Собрал вот мусор, все собрал. Сзади там Саня идет. В общем, такая вот рыбалка получилась. Все, друзья, это канал Рыбалка Лайф, 47-й регион. Ни хвоста, ни чешуи. Всего вам доброго.